На Комсомольской площади состоялось долгожданное открытие городской новогодней елки. Несмотря на очень крепкий мороз, амурчане пришли на главную площадь города с хорошим новогодним настроением. Пели и плясали вместе с артистами, принимали активное участие в игровой программе. Дед Мороз со Снегурочкой и своей свитой прошли по всему городу, поздравляя жителей с наступающим праздником. Новогодний хоровод вокруг главной елки города вместе с амурчанами и гостями Амурска водили Дед Мороз со Снегурочкой, а также сказочные персонажи Волк, Медведь, Скоморохи. Глава города Борис Петрович Редькин поздравил жителей с новогодними праздниками. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья, семейного благополучия, личного счастья. И чтобы у нас никогда не было войны. И Новый год продолжался весь год. Жители города активно фотографировались на память героями праздника, а в завершении праздничного театрального действия прогремел традиционный салют.